Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. Всем привет, ребят, меня зовут Денчик, сегодня со мной Рома. Всем здорово! И в этот прекрасный, отличный просто осенний день мы вышли на поле, чтобы заснять Fruit Ninja Challenge. Ну, естественно, так как мы спортивно-футбольные фифероблогеры, вот, у нас Fruit Ninja Challenge будет футбольный. И давайте ознакомлю вас с правилами. Правила такие, в общем, нас там висят мишени. На воротах висят 5 фруктов, которые дают балл тому, кто их сбил. Рядом с фруктами висят 2 бомбы, а именно красная кнопка и залетный баклажан, попав по которым игрок автоматически проигрывает. Но дополнительную жизнь дает попадание по Златану Ибрагимовичу. Побеждает тот, кто собьет больше фруктов и не заденет бомбы. Ну что же, должно получиться достаточно интересно, и давай скинемся, кто первый начнет. Давай. Раз, два, три, оп, я начинаю. Ты заколебал выигрывать. Ну что, народ, логичнее бить не в левый угол, так как там есть бомбочки от меня, кстати, левый угол, а в правый угол, потому что там нет ничего страшного. Тут на самом деле очень опасно бить влево, как сказал Рома, поэтому постараемся сейчас сначала бить правые фрукты, а потом уже займемся левыми, когда уже, собственно, ничего больше не останется. Ну что же, буквально второй удар, и у нас уже с вами есть лимон. А фруктов-то в правом углу все меньше и меньше. А влево, как мы знаем, бить опасно, там бомбочки. Ну что, Денчик забрал сеньора лимона, а мне надо забрать тетю Памелу. Стратегически важная Памела у нас, так что в нее нужно попасть. Опа! Ну, я бы сказал, она шатается. Нет. Памелка шатается. Она шатается от того, что я ее задел. Нет. Сейчас будет повтор. Парни, звоним Памеле, сейчас решим вопросы. Ну что ж, мы посмотрели повтор. Я разрезал эту Памелу. Мяч сначала попал в штангу, а потом от штанги уже отлетел в Памелу Андерсон. И она теперь идет со мной. Ну что, Памелка моя, и самое главное, что я не успею Денчику 2 мяча, счет 1-1, и я забираю эту голову к себе домой. Да, и сейчас будет уже намного сложнее, потому что кругом бомбы! Еще бы чуть-чуть, и нахер все взорвалось бы. На самом деле очень опасно, надо сразу бить в яблочко и в ананас. Надо сосредоточиться и попасть. Блин, это было очень близко. Включается крутая музыка. Сейчас я попаду. Ну что же, я не как Рома Рой, который старается все по центру попасть в яблочко, в ананас. Я решил рискнуть, и риск был оправдан. Хоть в банан. Фруктовый зверь. Причем у меня все три удара были прям охуенные. А у тебя какой-то черкаш. Ну что ж, ребята, в этом челлендже я выигрываю со счетом 3-1. Мне в этом помогает последнее очко взять яблоко. И вообще я люблю челленджи на точность. Там у меня всегда есть шанс победить. Ну что ж, ребят, вот такой вот лайтовый видосик получился. Надеюсь, он вам понравился. И вы поставите лайк, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Ссылочка на канал Ромы есть в описании. Ну и мы с вами скоро увидимся.